Игра Black Desert – отличный способ скоротать время до выхода нового сезона. Огромный бесшовный мир, ураганный экшен, превосходная графика и все это с полной русификацией. Переходите по ссылке в описании, чтобы играть уже сейчас. Всем привет! Сегодня у нас будет видео, темой для которого послужил инфоповод, что в 7-8 сезонах «Игры престолов» появится звезда смешанных единоборств. Так это или нет, а также какую именно роль может исполнить знаменитый спортсмен, обо всем этом уже сейчас. Итак, как сообщили несколько ирландских изданий, ссылаясь на свои личные источники, в последних сезонах сериала может появиться Конор МакГрегор. Для тех, кому это имя ничего не говорит, отмечу, что это действующий чемпион мира в смешанных единоборствах. Как сообщает ирландская пресса, инициатором дебюта этого спортсмена в телеиндустрии стал один из режиссеров «Игры престолов». Правда, неизвестно кто именно, который является большим поклонником этого вида спорта и непосредственно Конора. Что же, если данное заявление подтвердится, то МакГрегор станет уже вторым известным спортсменом, задействованным в съемках сериала. Так как Хафторн Бьёрнсон, исполняющий роль горы, является знаменитым стронгменом и одним из сильнейших людей планеты. Кстати, на этот счет есть один очень интересный факт. Видео спарринга Хафтора и Конора, появившееся в интернете уже довольно давно. Если предположить, что это не просто совпадение, то, возможно, МакГрегор действительно появится в сериале, причем станет противником горы. Ведь один похожий и очень эффектный бой мы с вами уже наблюдали, а Конор, несмотря на почти 100-килограммовую разницу в весе, смотрится против Хафтора весьма уверенно. Как бы там ни было, но большинство фанатов «Игры престолов» сейчас сходятся во мнении, что, конечно, полноценную роль ирландскому бойцу вряд ли дадут, по причине отсутствия у него актерских навыков и плотного графика действующего чемпиона. Но вот нечто второстепенное, эпизодичное, но от этого не менее яркое, как роль того же Григора Клигана, Конору сыграть будет вполне под силу. И если он действительно появится в 7 сезоне, то нет никаких сомнений, что его бойцовские способности режиссеры и сценаристы обыграют на все 100. А если к тому же подтвердится, что он станет противником горы, то потрясающее зрелище нам гарантировано. Правда, пока что, к сожалению, никакой официальной информации на этот счет ни от спортсмена, ни от HBO не поступало. Так что остается, конечно, вероятность, что данная новость окажется очередной спекуляцией, коих мы уже наблюдали немало. В общем, будем ждать официального ответа от HBO и надеяться, что этот очень яркий спортсмен все-таки порадует нас своим присутствием в 7-8 сезонах «Игры престолов». Что ж, на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если оно вам понравилось, ну и обязательно подписывайтесь на наш канал. А прямо сейчас вы можете посмотреть другие наши выпуски, и всем пока!